вас, насколько я знаю, было выступление недавно, в конце ноября, в Чаплин-холле. Расскажите, как оно прошло. Концерт был такой очень для меня интересный, потому что я пела под аккомпанемент замечательный коллектив «Бисквит Бэнд». Очень талантливые ребята, ребята классные. Поскольку это действительно уникальный коллектив, обладающий единственным, по-моему, коллектив, который обладает званием «Посол русской культуры», это замечательные, правда, музыканты. Они согласились, и мы сейчас очень надеемся, что в скором будущем возникнет вообще целая отдельная сольная программа Татьяны Булановой «Бисквит», где будут исполняться не только известные популярные песни из репертуара Татьяны, но и совершенно другие неожиданные для нее песни. Например, 29 ноября Татьяна, на мой взгляд, блистательно исполнила композицию «Цоя». Замечательно. А какую? Спела. Татьяна, какую? Напой. Дом стоит, свет горит. Из окна видна даль, так откуда взялась печаль. Ну, вот так. Ну вот песня, на самом деле, вот эта замечательная, она очень классно ложится на голос Татьяне, и ребята сыграли очень здорово, потом прозвучало. Мне очень понравилось, как они сделали «Руки» очень красивый роман. Старинный русский роман. «Руки, вы словно две большие птицы». И, ну и, конечно, прозвучали уже известные песни из репертуара Татьяны. Это была «Не плачь» и была любимая песня Татьяны «Единственная». Единственному нежному бегу по полю снежному. Вот эту все-таки идею воплотили в выступление Татьяны с ансамблем «Бисквит». Неожиданно. Для меня и для публики все-таки было исполнено. Но было очень, вот, по крайней мере, было очень интересно и приятно.